Теперь вместо двух купюр можно расплатиться одной. Новые банкноты номиналом 2200 рублей поступили в Пензенскую область. Новая серия бумажных денег поступила в оборот 12 октября 2017 года. Первыми купюры получили жители Севастополя и Владивостока. Эти города стали победителями открытого всероссийского голосования по выбору символов для новых банкнот. На купюре номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке. На банкноте номиналом 200 рублей Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. Уже сейчас новыми купюрами можно расплачиваться в магазинах и торговых центрах. Банкоматы, платежные терминалы и кассовое оборудование в скором времени тоже будут адаптированы под новые деньги. Введение в обращение любой купюры, любого номинала в любой стране требует от участников рынка настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования для последующего их обслуживания. Это полностью соответствует мировой практике, так как банкноты разрабатываются в режиме строгой секретности, что делается для противодействия фальшивомонетничеству. Подделать новые банкноты мошенникам будет крайне сложно. Купюры содержат целый комплекс защитных признаков. Водяные знаки, микроизображения, кип-эффект. Среди абсолютно новых технологий – оптический переменный элемент. Он выполнен в виде золотистого кольца и расположен справа от центра лицевой стороны 2000-й банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Еще одна новинка – модернизированная голографическая нить на купюре номиналом 200 рублей. При движении банкноты вперед-назад, покачивая ее от себя, фрагменты, расположенные квадратные, расположенные на участках, начинают двигаться один относительно другого. При рассматривании банкноты под острым углом зрения на защитной нити возникает символ рубля. Это буква «Р» с подчеркиванием внизу. Для людей с плохим зрением на новых купюрах увеличен шрифт номинала, а само цифровое обозначение размещено на контрастном фоне. Штрихи по краям банкноты обладают повышенным рельефом, что позволяет оценить достоинство купюры на ощупь. Новая серия выглядит более ярко по сравнению с предыдущей, но она не является памятной или коллекционной. Так что приобретать эти банкноты по цене выше номинала не стоит. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».